Губернатор Приморья посетил пункт временного размещения в Партизанском городском округе, куда были доставлены 280 детей из лагеря «Наши гости-3». Учреждение оказалось подтопленным в результате проливных дождей. Грамотно сделала администрация Партизанского городского округа, что вовремя вывезла ребят, разместила их в детских садах, в школах. Ребята получили питание, сейчас часть будет отправлена домой. Вот. Вместе с тем, здесь необходимо после схода воды организовать работы по восстановлению дорожного полотна, устройство водопропускных труб, водоотводной траншеи, которая позволит уводить воду в случае опять поступления ливня. В общем-то, сами корпуса в два только зашла вода, и то до уровня пола. Вот. Столовые и другие объекты, медпункт, спальные корпуса – находятся в нормальном состоянии. Напомним, из-за сильных дождей, прошедших в Приморье, наиболее пострадал Партизанский муниципальный округ. Губернатор выехал в муниципалитет, где на месте координируют ликвидацию последствий стихии. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.